В эфире программа «Свет души». С вами Людмила Митакович. Сегодня мы пройдемся по залам Национального художественного музея Республики Беларусь, где экспонируется выставка «Символы, атрибуты и аллегории в искусстве Белоруссии XVII-XIX веков», которая раскрывает символический аспект отечественного искусства этого времени. В экспозиции представлены иконы, алтарная живопись, портреты светских и духовных лиц в окружении символических предметов, которые содержат обширную информацию. В прошлом она была понятна каждому, так как знания аккумулировались в богословской среде и передавались христианам, в том числе в изображениях святых с определенными предметами. Пальмовая ветвь, крест, цветок лилии, чаша или меч позволяли определять имя святого, апостола, мученика или пророка. Около 100 произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, старопечатных книг, созданных на протяжении этого периода, представили Национальный художественный музей Республики Беларусь и музей древнебелорусской культуры, Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. По выставке нас сопровождает Елена Владиленовна Карпенко, заведующая отдела древнебелорусского искусства Национального художественного музея. Поскольку в эти дни в православных храмах вспоминается обретение царицы Елены креста Господня, начнем с зала, посвященного древу страданий Христовых. Как известно, место обретения креста находится в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, в подземной армянской церкви святой Елены. Во времена святой царицы тут была каменоломня. Это самая низкая точка храма гроба Господня, куда ведут 13 железных ступеней. Мраморной плитой обозначено место, где был найден крест, на котором распяли Христа. С ним святая Елена возвратилась в Константинополь, и на картине, открывающей этот зал, изображено триумфальное возвращение царицы в город, основанный ее сыном. Нахождение Святого Креста, то есть триумф Святой Елены, представлен в этом зале произведения из Музея древнебелорусской культуры. Святая Елена, мать императора Константина, который в 313 году утвердил христианство как государственную религию, задалась целью обрести тот самый священный крест. Из Константинополя отправилась в Иерусалим. Здесь ей помогал архиепископ Макарий, крест был найден и еще два креста разбойников, которые были распяты вместе с Иисусом. Для того, чтобы определить, какой крест является истинным, дотронулись до больной смертельной женщины. От одного из прикосновений она выздоровела. Таким образом, был определен тот самый истинный крест, который Елена перевезла в Константинополь, вот здесь, на большом таком корабле, галеоне испанском, триумф святой Елены. И этому радостному событию способствует и настроение морских чудовищ, которые выкрикивают «Виват, виват, виват!» Всевозможные рыбы, русалки, фантастические существа и голуби, лебеди, которые в верхней части венки преподносят святой Елене, и само имя святой Елены из их уст, можно сказать, это произрастает. Просто даже не икона, а картина. Абсолютная картина, потому что здесь и прекрасный архитектурный пейзаж на втором плане. Города и один и другой изображены так призрачно, но очень четко. И жанровые сцены, триумфальное шествие с хоругвями в честь святой Елены, встречающей этот корабль, и палят из пушек. Вот даже здесь прекрасные пейзажные детали, фоны, которые особенно привлекают наше внимание. Эта небольшая картина происходит из Лидского района Белокруда. Надписи латинские говорят о том, что, скорее всего, из униатского храма, которое потом перешло или в католический костел, или сохранялось в православном. Выполнено в традициях европейского искусства на холсте, масляными красками, с изображением настроений, всевозможных чувств при таком вот торжественном событии. Thank you.
после обретения Святого Креста утверждается праздник его воздвижения. Здесь мы видим и того самого архиепископа Макария, который помогал в его обретении, Константина и Елену, они показаны в коронах. Особое внимание привлекает крест, который исполнен такой особой техникой, где, вероятно, очень жесткой кистью показаны волнообразные элементы, покрытые позолотой, заставляющие крест сиять, и легко он рассматривается с любой точки зрения при приближении к этому произведению. В евангельском Капернауме, городе, где Христос совершил множество чудес, в греческом храме 12 апостолов впервые увидела икону «Спас недремлющее око», спящий юноша Христос с открытыми глазами. Образ уникальный, с глубоким богословским подтекстом. Эта иконография представлена и в белорусском искусстве. Крест является и основным в сюжете «Спас недреманное око». У нас два произведения на этот сюжет. Одно станковое, обычное, церковное, а другое является створкой жертвенника. Таких жертвенников практически не сохранилось, у нас только два его фрагмента оставшиеся. Один из жертвенников сохранился в храме в Слуцком районе. Он находится в церкви небольшой местной. «Спас недреманное око» в образе Эммануила, то есть отрока, почти младенца, возлежит на кресте с открытыми глазами, и рядом с ним орудие его мученичества. Молоток, гвозди, клещи, терновый венец, кошель с 30 сребрениками. Считается, что это отражение текста псалма «Не воздремлет, ниже успнет, храняй Израиль». В данном случае «Спас недреманное око» сравнивается со львом. По преданию еще ветхозаветных пророков, лев мог спать с открытыми глазами. В этом его жертвенность, его бессмертие, его царственность. Пожалуй, скорее всего, с царственностью сравнивается Иисус Христос, вспоминая об этом царе зверей. Произведение очень нарядное, декоративное, с лучами, и даже есть текст того самого псалма в правой части иконы. Жертвенник выполнен, скорее всего, таким народным мастером, может быть, не такого высокого профессионального уровня, но с чрезвычайно искренним и истинным чувством. Неизвестный художник помещает еще вверху двух ангелов, которые как бы осеняют своим присутствием это скорбное событие. Из того же жертвенника композиция «Несение креста на Голгофу». Голгофа показана в виде горы с экзотическими растениями, уже установленными двумя крестами. Крест является и символом всех великомучеников, первомучеников христианских. Это святая Екатерина, которая держит и крест, и оливковую ветвь, традиционные детали. В другой руке опущенный меч. Колесо, которым ее как колесовать собирались, но явился ангел и избавил ее от этого тягостного мучения. Также символом креста является виноград, виноградные грозди. Здесь показываются в резьбе навершие с помещенным в центре образом Спаса Нерукотворного. Это именно тот спас нерукотворный, образ которого получил царь Авгарь, тяжело болевший правитель Месопотамии, в Месопотамии находящемся города Эдессы. Он послал своего слугу, чтобы тот принес ему образ проповедника, целителя, о котором он много слышал. Слуга умел немного рисовать, но у него ничего не получалось. Тогда Христос взял плат, оттер лицо, передал отпечатавшийся лик слуге. Царь, конечно, исцелился, и образ был помещен над вратами города Эдессы. Виноградная лоза, сама виноградная гроздь, из которой получают вино, как кровь Христову, очень повествовательно и детально запечатлены в иконе с таким же названием «Христос, виноградная лоза». Из пронзенного копьем ребра произрастает
ветвь, охватывающую крест, свисает с него виноградная гроздь, которую и выдавливает в келих, поднесенный чашу Иисус Христос, а чашу держит ангел. Произведение тоже из музея древнерусской культуры, чрезвычайно редкие по сюжету, более характерны для севера Украины, для Волынской области. У нас буквально единичное произведение. Необычное распятие из боровцев Вилейского района характерно тем, что у подножия креста не Иоанн и Мария, как обычно, а ангел с семисвечником и царь Давид. Ну, царь Давид, понятно, это колено древа Иисеева, вот именно от этого рода произошел сам Иисус Христос, то есть здесь царь Давид как прародитель, показан играющим на арфе. Очень часто такие изображения увенчивают органы в католических храмах, в тех еще 18 века, где они сохранились. По преданию, царь Давид услаждал слух царя Саула вот этой игрой на арфе, у которой он прислуживал в свое время до того, как самому стать царем. Поэтому этот инструмент стал его атрибутом своеобразным. А ангел держит семисвечник, прообразом которого является иудейская минора. И уже в православии, в христианстве эти семь подсвечников, объединенных в одну композицию, символизируют семь даров Божьих. Ум, дар целительства, дар проповедничества, страх Божий и так далее, и так далее. В разных переводах они по-разному именуются. Христос изображается с державой по европейской традиции, как царь всех царств и народов, и как учитель с раскрытой книгой Евангелием, где говорится: «Придите ко мне, все страждущие, угнетенные, и утешу вас». Произведение из Бреста, одного из храмов. В нижней части есть надпись «До храма в Бересте». А до какого, к сожалению, осыпался красочный слой, мы не знаем. Образ Спаса Эммануила в соборе Архангела Михаила показан. Есть, конечно, какие-то ассоциации с тем интересным эпизодом, когда Иисус Христос в 12 лет попал в Египет и зафиксирован отцами церкви в своих трудах, источниках литературных, что он тоже отер лицо и на плате отобразился образ юного Христа. Здесь он поддерживаем платом, который тоже напоминает нам об этой легенде, но это один из малоизвестных источников. Еще одно распятие любопытно тем, что показано у подножия сцена пеликана, кормящего своей кровью птенцов. Это символ жертвенности Христа, той крови, пролив которую он смыл грехи человечества. Обычно здесь показывается череп Адама, но в данном случае вот этот очень древний, первохристианский еще символ. Пеликан, вернувшись в гнездо, обнаружил своих младенцев мертвыми, разорвал грудь и оживил их. То есть это вот тоже смерть, воскресение и вознесение Христа. Все это олицетворяется семейством пеликана. А рядом Иоанн и Богоматерь, как обычно положено в этой композиции. У Богоматери еще оружие, которое прошло ей душу, по словам Симеона. У подножия Мария Магдалина, охватывающая крест в полном раскаянии, та самая кающаяся грешница. В этой экспозиции у нас посвящено ей еще и отдельное произведение, где она показана уже во Франции. Под конец своих дней она удалилась во Франции, в Сан-Блуме, в пещере, где предавалась раскаянию, бичеванию, как показано в данном случае. Она с хлыстом изображена, череп у ее ног символизирует бренность бытия, чаша с притираниями, которыми она отерла ноги Христа и осушила их своими волосами, и драгоценности, которые ей уже, конечно, не нужны, здесь бусы и какие-то другие драгоценные камни. Очень декоративное произведение, очень такое динамичное, в стиле барокко выполненное, хотя это уже начало 19 столетия. И слезы из глаз ручьем. Абсолютно верное замечание. Да, я тоже часто обращаю внимание посетителей на это. То есть настолько повествовательное, наглядное, дидактическое произведение, просто что не нужно ничего домысливать. Вот все тут перед нами, вся ее жизнь, все ее страдания. Страдающий Христос рядом, Христос перед Пилатом, когда его привели к прокуратору Иудеи Понтию Пилату со связанными руками. Стражники, знак насмехания над ним, надели на него, как на царя, багряницу и увенчали его вместо короны терновым венцом. Эту историю мы хорошо знаем. Прокуратор не собирался отправлять его на смертную казнь, но по настоянию народа ему пришлось это сделать. Главное вот здесь, в этом произведении, которое происходит, кстати, из музея имени Ивана Луцкевича, сохранилось.
сохранилось оно еще от тех давних пор. Это вот уверенность Христа, полное осознание своего крестного пути, своей участи, которую ему даровал его Бог Отец, и которой он смиренно поклоняется в полной уверенности, что все он делает по закону Божьему. Вот эта деревянная скульптура, лицо такое красивое, выразительное, полное силы. Уверенности, значимости, спокойствия. Очень хорошо здесь выполнены все детали, проработка волос. И вот эта вот плащаница, багряница, которая скреплена явно металлической застежкой, которая везде встречается. Да. Складки, казалось бы, вот откуда здесь складки. Но мастер вот умеет это сделать и показывает это со всем профессионализмом ему присущим. И веревка, она же тоже из дерева. Она тоже такая гнущаяся, да, мягкая. Воздушная, да. Такая, абсолютно удивительная резьба. Таких скульптур, вероятно, было много в свое время. Но до наших времен дошли, к сожалению, единицы. Помню, как мое детское воображение поразило фреска Страшного суда в притворе храма Почаевской лавры. Белорусский мастер также впечатляюще воплотил эту апокалиптическую картину. Аллегория смерти является в иконе сошествия в ад. Образ вот такого вот существа с косой, с лицом, напоминающим просто череп оголенный человеческий, с пустыми глазницами. И существо это попирает Иисус Христос смело, динамично, даже не глядя в ту сторону, а выводя Адама, который держит в яблоко, чтобы мы уже не сомневались в имени этого персонажа. Это тот эпизод, о котором я говорила в самом начале, что когда мы видим предмет, то по нему можем угадать, узнать имя персонажа. И в данном случае Адам, конечно, узнаваем. Внизу Ева, которая последует вслед за Адамом. А вот этот вот образ, один из наших специалистов, ученых, считает, что, может быть, это образ заказчицы данного произведения, потому что как-то особняком немножко она стоит и держится в этой композиции. И, конечно же, после сошествия в ад следует страшный суд, где Христос показан на радуге, символизирующей единство неба и земли. Это радужные дуги. По сторонам от него Богоматерь, Иоанн Креститель и всевозможные святые, узнается Иоанн Лествичник, который прижимает к груди лестницу слева от Христа. Внизу трубящие от дне страшного суда ангелы и архангелы, в центре престол уготованный, покрытый той самой багряницей, в которую был одет Иисус Христос, когда его привели к Пилату и которую с него сорвали перед распятием. Апостолы, 12 апостолов, обращенные к центру, к тем весам, на которых взвешиваются души человеческие, на церемония праведников, на которой идет к раю, возглавляемый апостолом Петром, который уже открывает эти райские врата. Моисей возглавляет другую часть праведников, которая, вероятно, готовится перейти вот эту границу. Очень любопытно здесь изображены те души, которых отдает земля. Ведь по словам Откровения Иоанна Богослова, земля отдает своих мертвецов, вода отдает своих мертвецов и звери. И в данном случае вот эти вот квадратики – это та земля, из которой выходят души уже мертвецов. Тут изображено такое страшное рогатое чудовище, которое сталкивает в ад женщину молодую, и черти уже утаскивают в ад провинившихся грешников. Вот, скорее всего, в образе этого зверя, о котором мы долго гадали, представлено одно из четырех царств, которые должны были погибнуть. Это самое греховное царство по Священному Писанию: Македонское, Вавилонянское, Персидское и Римское. Иногда вместо Римского упоминается просто царство Антихристово. Они каждый обозначен своим животным. И вот в данном случае, скорее всего, это царство Антихриста, потому что говорится о нем: зверь рогатый, страшный, чудовищный. И вот белорусский живописец показал его в виде такого рогатого быка. Произведение из нашей довоенной коллекции, но, скорее всего, происходит из Мстиславского церковно-археологического музея. Если вы говорите из довоенной коллекции, значит, там это возвращение, наверное, было. Да, вернулись из Германии, да, конечно. Далее Богоматерь семистрельная с семью свечами, это тоже иллюстрация пророчества на Симеона. Отречение апостола Петра из музея древнебелорусской культуры, где мы видим даже самого вот этого петуха, который упомянул Иисус Христос в своих пророческих словах. И очень любопытным является орнат, одежда католического священника из красного шелка 18 столетия, где показаны вот эти именно символы кости, в которые стражники
стражники разыгрывали одежду Иисуса Христа, кошель с 12 сребрениками Иуды, в центре крест в виде буквы «Т», той самой древней формы, античной, римской, на котором был распят Иисус Христос. И вот в данном случае змей, который вокруг него обвивается. В этом случае змей имеет положительное значение и даже символизирует собой Иисуса Христа, потому что крест, на котором был распят Иисус Христос, из древа жизни сделан, а не из того древа познания добра и зла. Исторические источники, статьи специалистов трактуют его именно в этом качестве. А с тыльной стороны орната тоже вышивка, изображающая Голгофу. Центральный крест Иисуса Христа, кресты разбойников, солнце и луна, которые зашли в этот момент трагически. То есть прекрасная, очень тщательная, миниатюрная работа. Шелком вышитая работа. Да. Скорее всего, монастырская работа. Трудно сказать, в каком именно месте это делалось. Но попало к нам из костела в Нарочи в результате экспедиционных поездок. Елена Владимировна Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея, продолжает знакомить с выставкой «Символы, атрибуты и аллегории в искусстве Беларуси 17-19 веков». В следующем зале, третьем по счету, у нас представлены ученики, апостолы, последователи Иисуса Христа. Часть экспозиции, значимая, посвящена в этом зале тетраморфу, то есть символам четырех евангелистов и тем апокалиптическим зверям, которые в разных трактованиях видятся по-разному. В одном случае это четырехлицее страшное существо со множеством крыльев и исполненное очей. По другим писаниям, по другим источникам это отдельные четыре зверя, но они тоже имеют отношение к апокалипсису. И вот каждому из них было придано значение символическое одного из евангелистов. Четыре евангелиста всегда по традиции изображаются на царских вратах. И перед нами царские врата из Доброславки, это Брестская область, собрание музея древнебелорусской культуры. Вверху Благовещение канонически изображается, и внизу в клеймах четыре евангелиста. Матфей с ангелом или крылатым человеком, скорее, потому что в тексте его Евангелия подчеркивается прежде всего земная природа Иисуса Христа в начальных строках. У Луки – телец, потому что его Евангелие начинается с жертвоприношения Захарии. И именно у жертвенника к нему пришел ангел, который возвестил ему о рождении сына Иоанна Крестителя. У Марка – лев. Его Евангелие говорит о гласе вопиющего в пустыне, о льве как царе зверей, и именно со львом сравнивается. Сравнивает он Иисуса Христа, его божественную природу. И у Иоанна орел, потому что его Евангелие самое возвышенное. Вначале было слово, и слово было Бог, и слово витало над всеми. Самое такое поэтическое. Иоанн, кстати, изображен здесь молодым, что не часто бывает в подобных композициях. Вот для неизвестного нам мастера здесь главное вот именно образы евангелистов. Нет никаких лишних деталей. Все приближено, все наглядно, повествовательно, и это его задача. 18 столетии у нас помещены здесь царские врата уже из нашего собрания. Главное для мастера – резьба. И в этой золоченой резьбе уже теряются овальные клейма евангелистов с теми же самыми символами. Здесь евангелисты очень выразительные лица у них, да? Да. Даже характеры какие-то вот вырисовываются. Да, и возрасты можно угадать. Да, да. И даже, да, вот их облик, голова более удлиненная. С таким лукавым взглядом мы видим Луку. И архитектурные детали, архитектурный фон за ними тоже очень выразительный. Если присмотреться, то на стульях, на которых они сидят с резными деталями, повторяются те же самые элементы зверей, которые с другой стороны у нас показаны. Вот мастер как думал, да, сколько он там наворотил. Очень грамотно. В основании трона Спаса Великого Архиерея те же звери, что, в общем-то, идет еще по самому там, первому тексту Откровения. Уникальная икона такая. Да, она из Пинска происходит. Совершенно невероятно в техническом исполнении. Очень тонкий красочный слой, практически без грунта она написана, что очень сильно способствовало ее сохранности. Чем толще грунт, тем легче икона осыпается. И самые разнообразные техники здесь применены. И рельефные в стиле рококо украшения растительного характера, и в виде сердечек, клейма, где мы видим монограмму Иисуса Христа. И вот такие рельефные украшения в виде сердца у него на груди и на митре.
В одной из частей экспозиции мы видим борцов со злыми силами. Это два изображения архангела Михаила, побеждающего сатану, из нашей коллекции, из Музея древнебелорусской культуры. В центре Георгий Победоносец. Произведение датированное, подписное, 1751 год, Никодим Пранчицкий. Редкий случай, когда мы имеем и дату, и имя автора. Выполнено на холсте с использованием традиций западноевропейской художественной культуры. Вообще Георгий Победоносец один из самых любимых святых в христианской культуре, в православной в частности. Легенда повествует о том, что он избавил от ужасной смерти царскую дочь Елисаву, которая проживала в Лисии, перед тем, как ее отправить на принесение в жертву этому морскому змею. Ее одели в красную багряницу, она так и изображена в таком коротком плащике, наброшенном на плечи. И когда Георгий, в конце концов, победил вот это злое чудовище, он спросил Елисаву, откуда она, какой веры ее народ, ее родители и горожане. Она сказала, что они язычники. Тогда он повелел ее пояс обернуть вокруг горла змея и отвезти его в город. Все, пораженные этим чудом и подвигом святого Георгия, обратились в христианство немедленно, крестились, и город таким образом был спасен для Божьей воли, Божьего изъявления. Произведение чрезвычайно подробное, тоже по своим деталям, по элементам изображения города и родителей Елисавы. Здесь показаны стоящие на балкончике. Прекрасная архитектура. Здесь и круглые башни, и какие-то мощные стены, строения, которые не исключено, что художник рисовал с несохранившихся до нашего времени и белорусских построек. Хотя, конечно, пользовались они самыми разными образцами. И необычная колористическая гамма, такая розово-голубая, в стиле рококо. Но я вот всегда сравниваю еще с Леонардо да Винчи. Вот те вот горки, переходящие планы, пейзажи, архитектура, дали, в которые хочется всматриваться. Очень изящное изображение Михаила из Парахонска, происходящее из Музея древнебелорусской культуры, с редчайшим элементом, когда Михаил в момент побеждения сатаны еще и держит медальон с изображением Богоматери с младенцем. Вот больше таких иконографических вариантов мы не знаем в белорусской художественной культуре. Апостольский ряд из Гродно. Это монастырь Ордена Святой Бригитты из костела Благовещения. Эти произведения в центре Богоматери Христос, которым не предстоят для православной традиции, а как бы находятся вокруг них апостолы, каждый со своим символом и, как правило, предметом его мученичества или занятий при жизни, потому что Фома изображен с угольником. Это предмет архитектора, говорящего о профессиональной принадлежности. Фома построил храм для египетского царя, вот этим прославился. Но остальные символы мученичества: Симон с пилой, Андрей с крестом косым, на котором он был распят, Петр и Павел — меч и ключ. Но меч воспринимается не только как символ мученичества его, но еще как меч духовный, и у архангела Михаила в том числе. Иоанн с чашей, его хотели отравить, он перекрестил чашу, выпил из нее и остался невредимый. Здесь вот выползает змей, в данном случае негативный характер имеющий. Дальше Варфоломей с кожей, которую с него сняли живьем. Он держит ее под мышкой, с ножом показан. И Иаков старший, кстати, показан в шляпе пилигрима, такого паломника, характерной для западноевропейской художественной культуры. Апостол Иаков, брат Господень. Да. Первый архиерей Иерусалима. Из таких нечасто встречающихся святых здесь еще представлены образ Яна Непомука, чешский святой, который сохранил тайну королевы исповеди. Ее требовал выдать король. За это он подверг его такой мученической смерти. И святой Августин. Произведение, происходящее из Слонима. Тот самый блаженный Августин, автор множества теологических сочинений, богословских трактатов, в частности, трактата о Троице, наиболее знаменитого. Человек, который показан с пылающим сердцем в одной руке и смотрящим в раскрытую книгу, в священное писание, и с пером в руке. Он также показан как книжник, как ученый. Автор знаменитый исповедь. Вот таким образом наша коллекция представлена в неожиданном виде с точки зрения символов и атрибутов. Те моменты, элементы, на которые не всегда посетители обращают внимание, и мы призываем их присматриваться к любой детали, к любой подробности в произведениях искусства, как религиозного, так и светского. Уникальное. Несмотря на то, что тут есть некоторые образцы, которые уже вставлялись и были постоянно в экспозиции, все равно это очень много нового, очень много интересного, познавательного. Я вижу, что люди посещают.
посещают, приходят. Так что выставка еще работает. До 12 октября. По выставке «Символы, атрибуты и аллегории в искусстве Беларуси 17-19 веков» нас сопровождала Елена Владиленовна Карпенко, заведующая отдела древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь.